Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Мы находимся, друзья, в Киевской области. 2023 год. Будем вносить раствор триходермы под клубнику, под корень и по листу. Нам понадобится 100 грамм порошка триходерма. Подогреть воду и в ведро добавить 2 литра холодной воды. После будем добавлять кипяченую воду, чтобы вода у нас получилась теплая. Добавляем порошок, когда уже мы достигли водички, чтобы она была теплая. И растворяем его в малом количестве воды. Порошок триходерма лучше растворяется. После доливаем. После будем уже дальше доливать воду до 10 литров. Тщательно размешиваем в малом количестве. Порошок хорошо разойдется, не будет никаких комочков. Оставляем на 40 минут. И далее через 40 минут будем процеживать. Марля 2-3 слоя. Все, как я сказала ранее, добавляем до 10 литров воду, перемешиваем. Через решеточку добавляем в опрыскиватель, как бы еще раз процеживается раствор. И будем вносить под корень клубничка, которая вот у меня сейчас на участке под укрытием. Уже в среднем после чистки появился 1-2 настоящие молодые листочки. Были ранние обработки. Есть плейлист клубника. Можете зайти посмотреть, какие уже работы для ранней вегетации проводились на участке. И вот на такой стадии вегетации клубники очень хорошо проливаем под корень. Тонкой струйкой я навожу фиксатор внизу, а второй раз уже по кругу иду по верху распылителем. Повторяю, 100 грамм триходермы на 10 литров воды.